a season of restoration. Посмотрим Бытие, 12 главу. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ. Возможно, ваша земля — это не ваш город». В первом же разговоре Бог говорит нечто удивительное. Он не говорит «я уменьшу тебя». Удивительно, сколько людей считают, что Бог сначала должен сломать, прежде чем построить. Они думают, что Бог должен смирить человека. Бог никого не смиряет и не ломает. Бог говорит, смирись, и я вознесу тебя. Бог говорит, потеряй себя, и тогда ты найдешь свою жизнь. Бог говорит, уменьшайся, чтобы Христос возрастал. Бог не ломает никого. Бог только созидает. И вот вам Евангелие от Матфея, 4 глава. «Когда Он призвал учеников, то сказал им, следуйте за Мною, и Я сделаю вас». Аминь, студенты, да? Не имеет значения, что происходит во время локдауна. Бог говорит, «Я сделаю тебя и сделаю твое будущее». Оно прекрасно. Он говорит, «Благословлю тебя». Благословлю. Это означает, «Я дам тебе силу для процветания и для успеха в жизни». Он не сказал, «Я прокляну тебя». Он сказал, «Авраам, следуй за Мною». Люди говорят, «Меня не интересует Евангелие процветания, меня тоже, но меня интересует Евангелие жизни с избытком». Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Я не буду извиняться за то, что Бог сказал Аврааму. Благословения Авраама мои, и возвеличу имя твое. Бог сделает ваше имя великим. Завистники станут еще больше завидовать, но это не помешает Богу благословить ваш бизнес, дать вам прирост. CRC. Мы наполним стадионы. Будем делать для Бога еще больше, чем раньше. Этот локдаун не определяет нас. Он говорит, «Я благословляю». «Люблю благословляющих тебя и злословящих тебя, дьявола, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам. Путешествие началось. Каждое путешествие начинается с одного шага в верном направлении. Чтобы забраться на Эверест, нужно сделать первый шаг. Хотите выбраться из бедности? Сделайте первый шаг. Выбраться из депрессии? Сделайте первый шаг в верном направлении. Все в жизни начинается с одного шага. А вы пришли сегодня сюда благодаря одному шагу. Вам пришлось выбраться из кровати. Вам пришлось одеться, подойти к машине и приехать сюда. Любая перемена начинается с путешествия, с одного шага. Перемена не происходит, когда вы сидите. Сегодня в ЮАР стало слишком много любителей посидеть и покиснуть. Они ждут возвращения Иисуса. Он не призывал нас сидеть и играть в ждуна. Он призвал нас быть активными, иметь великие мечты, планировать великое будущее. Он призвал нас строить для будущих поколений. Мы будем строить больше зданий, больше приютов. Мы будем развивать наш бизнес. Вы построите больше торговых центров. Вы будете заняты, пока Иисус не вернется назад. Если я обращаюсь к вам, то подпрыгните со своего места и прославьте Господа во имя Иисуса. Итак, во-первых, Бог призвал Авраама. Во-вторых, сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Если вы хотите вступить в свое будущее, вам нужно пройти фазу отделения». Отделение от и ради. Он сказал, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь». Он не говорил, «Посмотри, куда ты хочешь пойти». «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь». Видение найдет вас. Вам не нужно искать видение.
Бог даст вам видение, когда вы находитесь в яме. Бог даст вам видение, когда вы на локдауне. Бог даст вам видение, когда вы в тюрьме, потому что видение — это ваше будущее. Бог говорит, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и западу. Новая территория? Скажите, новая территория? Давид говорил, «Господи, расширь мою территорию». Скажите, «Новая территория». Давайте, бизнесмены, «Новая территория во имя Иисуса». «Новая территория», «Новое начало», «Новые мечты», «Новое завтра». Посмотрите с того места, где вы теперь. Не посмотрите на свою могилу или посмотрите на пенсию. Вы можете представить себе, что раньше люди уходили на пенсию в 55? Представьте себе это. Это означает, что мы с вами уже должны были оказаться на пенсии. Но у меня такое чувство, что я только начал. Жизнь начинается в 75, и это правда. Он говорит, «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». ЮАР не превратится в руины, все изменится. У нас есть обетование о благословенном будущем. Это означает, что Бог либо обновит ANC, либо поднимет другую политическую партию, которая придет к власти и обеспечит будущее жителей ЮАР. Мы видим обетование для поколений. Бог говорит, встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам. Ничто не изменится, пока я не сдвинусь, и вы тоже. Вы должны двигаться. Вы должны принять решение быть активным. Никто не спасется, если никто не будет проповедовать Евангелие. Вы должны строить большие планы, мечтать масштабно, потому что это то, что Бог задумал для вас. Враг приходит, чтобы украсть. А что он крадет? Он крадет видение, ваше будущее. Бог призывает вас поднять глаза к небу и увидеть то будущее, которое Он задумал для вас. Не бунты Натала или Гаутенга, негатив в новостях. У вас есть будущее в Аврааме. Оно запечатлено Христом. Возможно, у вас нет работы, но Он Иегова Ирре. Мы пели об этом сегодня. Он Эл-Шадай. Его больше, чем достаточно. Он может сделать намного больше того, о чем мы просим или думаем, по силе, действующей в нас. Бог не мертв, Он жив. Христиане, это хорошее время, чтобы прославить Его во имя Иисуса. Бытие 15 глава. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. Бог говорит, что старцы будут видеть сны, а юноши — видение. Аврааму было 75, но он увидел видение. «Я буду видеть видение до 75 лет, а потом у меня будет сон в 85. А затем я заберусь на величайшую гору в своей жизни. Это будет самый большой проект CRC. Я не говорю, что буду возглавлять все. Я говорю, что тогда мы сотворим величайшую дела. Это будет время величайшего поколения. Мы будем попирать ад. У нас будут церкви по всей Америке, Азии, Европе и Африке. Это обетование о благословении для поколений. Нас не пугает квота в 50. Мы видим тысячи и десятки тысяч. Миллионы людей, которые придут ко Христу в ближайшие годы. Бог дал нам обетование 7 миллионов. Смотрите, что будет в следующем году. Мы будем наполнять стадионы во славу Божью. Мы будем проповедовать Евангелие. Бог будет благословлять бизнес. Вы подниметесь на новый уровень. Итак, Бог приходит к нему в видении и говорит, «Не бойся». Страх лишит вас веры. А для этого путешествия всегда нужна вера. Вера никогда не берет выходных. Когда Бог призывает вас к себе, Он дает вам видение о будущем, и вы должны посвятить себя путешествию. И это путешествие веры. Это путешествие, в котором нужно преодолевать препятствия или превращать их в возможности. Вы должны видеть возможности во всех трудностях. Вы не можете становиться узколобыми. Вы не можете позволить страху захватить ваше сердце, а сценарию времени определять ваше будущее.
Бог говорит, не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать благую и совершенную волю Божью. Бог не изменил свой взгляд на ваше завтра. Не имеет значения, через что вы прошли, не имеет значения, какую ошибку вы совершили, не имеет значения, как низко вы упали. Это не меняет Божью любовь к вам и Его взгляд на вас. То будущее, что Бог задумал для вас. Есть одна вещь, в которой мы можем согласиться. Никто не может изменить прошлого, но каждый может встать и начать двигаться в верном направлении. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Бог говорит ему, не бойся, Авраам, я, аллилуйя, все, что нужно. Я Эль-Шадай, Иегова Ирре, Иегова Рафа, твой целитель. Я Иегова Нисси, твоя победа на поле битвы. Я Иегова Шалом, твой мир в трудностях. Я Господь, который рядом, я помощник в нужде. Я есть сейчас. Не был или буду, а есть. Во времена вируса я твой избавитель, твоя крепость, твой щит и защитник. Я прокладываю путь, я Бог прорывов, я поддерживаю тебя. Я Бог, который обеспечит тебя. Бог говорит, не бойся, Авраам, потому что я есм. Хочу сказать христианам по всему миру, он все еще великий, я есм. Библия не называет его маленьким «я есмь», а ковид великим «я есмь». Бог великий «я есмь», и он остается таким. Я хочу сказать вам, что гроб все еще пустой, а сила воскресения живет внутри вас. Обетование Божие все еще «да» и «аминь». Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То, что Бог начал в вас, он совершит во имя Иисуса Христа, и вы должны в это верить. Вы не можете быть нейтральными, не можете сидеть. Вы спутник. Это означает, что вы идете по жизни с Ним. Даже когда вы идете долиной смертной тени, вы не боитесь зла. А почему? Да потому что «Я есмь», аллилуйя. И этот «Я есмь» с вами, «Я есмь» с вами, «Я есмь» с вами. Я говорил с одной женщиной в зале. Я постоянно в зале. Она сказала мне, «Пастор, несколько месяцев назад мой муж потерял работу в ресторанном бизнесе. Он потерял все, но она жена веры. Она продолжала давать десятину, и я призываю всех, кто смотрит нас на ТБН, One Gospel и Praise TV, не переставайте давать десятину. Продолжайте давать десятину по местной церкви. Бог говорит, что откроет окна и зальет благословение. Поддерживайте связь с Домом Божьим. Будьте верны в десятинах и пожертвованиях. У нас нет пожертвований без вас». Она сказала, «Я продолжала давать десятину в самые трудные времена, потому что знала, что у меня завет». Я хочу сказать женщинам, иногда мужчины, находясь в битве, начинают колебаться в вере. Вот почему это партнерство. Аминь. Библия говорит, что когда один слаб, другой поддерживает его. Вы придаете мужу сил. Она взяла деньги, которые он дал ей на продукты, и дала десятину. Она верила Богу и молилась. Ее мужу сразу же предложили партнерство в ресторане, где он начал зарабатывать больше, чем раньше. На этой неделе она сказала, «Пастор, мы расширились, мы выкупили соседний ресторан. В то время как одни пытаются продавать, вы будете покупать. Богатство нечестивых откладывается для праведных. Вас ждут лучшие условия, лучшие сделки. Вы купили дом на 5 миллионов за 2 миллиона. Вы купите бизнес на 100 миллионов за 20 миллионов. Я верю в это всем сердцем во имя Иисуса. Дух страха контролирует мир, но нами, христианами, управляет вера. Это величайшее время для возможностей. И когда мы откроем наши церкви, мы не сможем впустить всех. Мы достигнем для многих. Итак, Матфея, 18 глава. Слава Богу за то лучшее, что ждет вас во имя Иисуса.
Поднимайтесь на ноги, если вы еще не сделали этого, и прославляйте Бога. А у Авраама был разговор с Богом. Он говорит Богу: «Послушай, вспомните, как мы говорим с Богом. Мы все поступаем так же. Да, послушай». А Бог говорит: «Я не буду слушать, но я потерял работу». Он говорит: «Но я есмь Авраам. Я сказал тебе это. Я есмь, но, Боже, мне плохо. Я есмь». Он сказал: «Послушай, но у меня нет ребенка». Бог дал ему обетование. Он сказал: «У тебя родится ребенок от Сары». После задержки у Авраама обрывается терпение, и он начинает колебаться в вере, как Петр, который начал тонуть. Иисус сказал: «Почему у тебя нет веры?» Буквально Иисус сказал: «Почему твое путешествие веры оказалось таким коротким? Ты начал верить, а когда пришла буря, ты начал сомневаться в слове и обетованиях, ты начал торговаться». Обычно, когда люди начинают торговаться с Богом, они сбрасывают цену, а не поднимают. Они говорят: «Хорошо, Боже, я готов на меньшее, но я не меньшее, я Эл-Шадай, меня больше, чем достаточно». Меня не просто достаточно, а больше, чем достаточно. Я ваше будущее. Я есмь. О чем мы говорим? Это призвание от Него. Он дает откровение и ясную картину о том, какой Бог. Он всемогущий Бог, вездесущий Бог, всесильный Бог. Он может превратить ваши камни преткновения в ступени. Он может открыть двери. Он может превратить вас из хвоста в главу. Он может сделать все, если ваши глаза будут сосредоточены на Иисусе. Взирайте на Иисуса, начинателя и совершителя нашей веры. Авраам был другом Бога. Мы знаем, что у Бога было много разговоров с Авраамом. У него были особые отношения с Богом. Его называют другом Божьим. Но он приходит к Богу и говорит: «Слушай, Боже, тут ковид, мой бизнес на спаде, я потерял деньги, моя собака больна, все плохо». Когда говоришь сегодня с людьми, то почти не слышишь ничего позитивного, ничегошеньки. Когда люди говорят о будущем, то говорят о новом мире. Мы уже являемся частью нового мира, но не того мира, который пытается насадить этот мир. Мы в этом мире, и хоть мы в этом мире, Бог будет присматривать за нами и заботиться о нас. Люди приходят и говорят: «Я не верю в процветание, потому что многие живут в бедности». А знаете ли вы, что даете обет бедности? Есть обет целибата, когда вы принимаете решение не вступать в брак. Хоть Бог и говорит об обратном, вы можете дать обет, сказать: «Я не буду вступать в брак, чтобы лучше служить Богу». Это клятва. Точно так же вы можете дать обет бедности. Иногда люди делают это, даже не осознавая того, что говорят. Мы не собираем деньги ради денег, мы собираем деньги, чтобы продвигать Божьи цели. Для чего? Чтобы продвигать царство. Сами по себе деньги не принесут вам счастья. Это может сделать лишь цель. Вот почему мы говорим о призыве, видении и путешествии. Призыв Авраама был от Бога: «Следуй за мною». «Я благословлю тебя, сделаю твое имя великим». И в этом была цель. Ты будешь благословением. Вот жизнь с целью. Вы живете, будучи связанным с целью Божьего Царства. Вопрос не только в том, что Бог призывает нас к благословениям, богатствам. Да, Бог желает благословить вас, но у благословений есть цель. Эта цель — продвигать Божье Царство. Итак, у Авраама был разговор. Иногда мы не озвучиваем это, но эти мысли есть у нас в голове. «Мне 25 лет, а у меня все еще нет парня. Ты стара, мне 30 лет, а я не беременна». И что? Как насчет Сары, которой было 89 лет, а она все еще не была беременна? Она получила обетование в 65 лет. Бог сказал: «У тебя будет ребенок». «Но нет, Агари, твоя жена родит ребенка». Она засмеялась. Бог сказал Аврааму: «А, твоя жена засмеялась». «Нет, я не смеялась». Он сказал: «Нет, смеялась». Что это был за смех?
Это не был смех радости, это был смех цинизма. Люди слушают проповедников, но их уровень веры настолько мал, что слово даже не проникает в их сердца или умы. Все потому, что в их умы забили эти парадигмы, что их разум отвергает Слово Божие. Так было и с Авраамом. Он сидел в своем шатре, он получил обетование Божие, его имущество выросло, Бог благословил его, но у него все еще нет сына. И он говорит Богу, смотри, он говорит Богу веры, который даже не учитывает материальное. Бог говорит, я не смотрю на тебя по плоти. А он говорит Богу, посмотри на мои обстоятельства. Но Бог даже не поддерживает такого разговора. Точно так же было, когда Гидеон сказал, «Я самый маленький, самый слабый». Бог сказал, «Нет, ты сильный муж брани. Ты пойдешь и спасешь Израиля. Ты избавитель. Я не вижу слабости в тебе, не вижу ошибок, не вижу ужасного прошлого. Все потому, что мои милости обновляются каждое утро. Я вижу великое будущее. Я смотрю на тебя через искупительные дела Иисуса Христа. Для меня ты праведный, освященный, омытый кровью Иисуса. Я вижу тебя с будущим и надеждой». Вот что Бог говорит во имя Иисуса. Он говорит, «Вот ты не дал мне потомства». А Бог отвечает, «Я есть». И он говорит Богу, «Боже, ты не такой». Наше представление о Боге в сердце критически важно для веры. Ведь пока мы не изменим наше представление о Боге, наше убеждение о Слове Божьем, мы не отправимся к тому, что Бог приготовил для нас. Бог говорит «Я есть». А он говорит «Боже, ты не дал мне ребенка». Так что он говорит «Боже, ты не такой». Что Бог говорит вам? Он говорит, «Я твой обеспечитель». А вы что говорите? «У меня нет работы». Что такое вера? Вера — это не когда вы говорите, «У меня нет работы». Вера — это когда вы отвергаете, что у вас нет работы, и фокусируетесь на Божьем обетовании. Вера — это когда вы говорите то, что говорит Бог. Вот почему Бог изменил имя Авраама на Авраам. Мы знаем, что Авраам — это отец многих народов. Римлянам 4 глава говорит, что Бог называет несуществующее как существующее. Авраам говорит, «Боже, у меня нет». Затем Бог меняет его имя. Он говорит, «Ты больше не будешь Авраамом, тебя будут звать Авраам, потому что я сделаю тебя отцом многих народов». Библия говорит, что мы благословлены всяким духовным благословением одесную. Так что же приводит к замыканию? Наше восприятие, наша парадигма, система убеждений о Боге, наш фокус. То, когда мы остаемся там, где Бог не говорил нам оставаться, как Гидеон, который держался чувства неполноценности, как Моисей, который 40 лет провел в пустыне из-за своей ошибки. Он убил египтянина и поспешил с волей Божьей, как Иона, который решил убежать от призыва Божьего, как Петр, который отрекся от Христа. Люди останавливают Бога, потому что сами решают, где им остановиться, в то время как Бог призывает двигаться вперед. Бог приходит к Аврааму. Он не хотел, чтобы Авраам останавливался где-то. Кем Бог хотел его видеть? Путешественником. Мы призваны к путешествию. Судьба — это не место, а путешествие. Помню, как мы построили первое здание в Леди Брани. Люди называли это местом назначения. И когда мы построили его, люди сказали, «Да, мы построили здание». Мне пришлось усердно работать над тем, чтобы поднять их. Я сказал им, «Нет, мы не будем сидеть и киснуть, мы будем двигаться». То же самое было в Блумфонтейне, когда мы начали строить там первое здание. Проект стал очень важен для людей. Бог дает вам усыновление и удочерение. Бог любит нас так же, как Иисуса. Это говорит о принятии. Это означает, что прошлое не определяет вас.
Вас определяет жертва Иисуса Христа. Библия говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я хочу, чтобы вы склонили головы и закрыли глаза». Вы говорите: «Пастор, я хочу приблизиться к Богу. Мне нужно новое начало с Иисусом». Так положите руку на сердце, прямо там, где вы сейчас. Вернитесь сегодня к Богу и скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе, я открываю свое сердце и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отвечаю на Твой призыв и возвращаюсь к Тебе во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас».